Это очень старый, с хорошими традициями турнир всероссийский на призы заслуженных мастеров спорта, воспитанников школы теннисной ЦСКА Евгении Ольховской и Андрея Ольховского. Мы как бы гордимся вот этим турниром, поскольку более такого традиционного, более именитого турнира, наверное, не сыскать в нашем российском теннисном туре. Но каковы цели и задачи? Прежде всего, показать свою работу. Мы ежегодно выбираем те возрастные категории турнира, они меняются, выбираем те категории, в которых наиболее успешно выступают наши спортсмены, чтобы и наши родители, и наши болельщики, и наши специалисты увидели, в общем-то, лучших представителей нашей школы, кандидатов в национальные команды различных возрастов. Мы работаем, есть над чем работать, есть куда стремиться. Хочу сказать, что к подготовке к Олимпиаде в Бразилии от армейского тенниса 8 кандидатов. Кто попадет, это время покажет, еще полтора года, но вот 8 кандидатов являются наши армейские теннисисты. Поэтому я думаю, что мы идем правильным путем. И вот наш турнир с нашими богатыми традициями, он как бы подтверждение той линии, которой всегда вот стремился и придерживался армейский теннис. Быть на передовых позициях нашего российского тенниса.